споем, причем песни становятся народными. Например, вот сейчас споем песню «Ой, рябина кудрявая», да? А «Белые цветы», да? Давайте. И она написана композиторами, но из-за того, что... Имеет статус народный уже, да? Ветер тихой песнею над рекой плывет, дальними зорницами светится завод, где-то поезд катится точками огня, где-то под рябиною парни ждут меня. Лишь гудки певучие смокнут над водой. Я иду к рябинушке тропкою крутой. Треплет под кудрявою ветер без конца. Справа кудри токаря, слева кузница. Прям на ходу делаем аранжировку. Я думаю, что сейчас как вот раз что значит время песня. Ужина, застолья.